Всем привет, друзья! Я в приложении Mi Fit подключил Mi Band 5. Вот здесь вот добавить устройство, нажимаете, добавляете. Это все очень быстро и просто. Подключив перед этим Bluetooth, вот как у меня, видите, подключен Bluetooth. Сегодня я расскажу вам о том, о такой очень полезной функции, как найти ваш Mi Band 5, если он подключен, вы где-то его закинули в диване. Итак, значит, заходим в профиль, далее заходим в Mi Band 5, далее листаем ниже, и здесь есть кнопочка «Найти браслет». Ну и вот, давайте сейчас я его сниму, положу, скажем, я его потерял, нажимаю «Найти браслет», и я не знаю, слышите ли вы, но он начинает немного вибрировать. Я не знаю, насколько вы вообще это слышите. Вот. Так что, друзья, вот так вот. Надеюсь, вам видео было полезно. Если вы будете прислушиваться в комнате, можете так найти Mi Band 5. Всего доброго, всем пока, до свидания.